Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. И сегодня у нас рубрика «Фаберлик без прикрас». Пустые баночки, самые правдивые отзывы. Много у меня их прям скопилось, в этот раз давно вам не снимала. Целых три кондиционера у меня, девчонки, закончилось. Один органа, который вы тоже уже оценили, и два ароматерапия орхидеи и кашемир. Мне органа нравится больше именно по аромату. Артикул ее 118-54, знаете, такими люксовыми духами прям пахнет. А орхидея и кашемир артикул 118-50. Ну, не знаю, мне как-то не очень нравится. Здесь есть какая-то, знаете, такая кислая орхидея, кислое какое-то забродившее варенье. Я не пойму. Вот мне вообще не нравится этот аромат, поэтому я больше повторять не буду. Почему у меня их два оказалось? Потому что, наверное, по акции не было органы или наоборот, что-то такое. Из серии Дом еще чистящий крем универсальный для кухни и ванной. Вот так он, девчонки, выглядит. Желтенький артикул, его 112-53, не буду больше брать. Бессмысленная трата денег, как бы. Он загрязнение убирает, но с трудом. Я либо лучше Грасс возьму, да, либо для чистки духовок и плит, которые помощнее. Вот это, ну, это так, баловство, знаете, поддерживать чистоту не больше. Мне не очень нравится, и не очень нравится, как работает на эмалированных поверхностях, поэтому нет, покупку больше не повторю. Из серии Дом еще закончился освежитель 113-27, корица и апельсин. Очень нравится, девчонки, один из самых стойких освежителей Фаберлик. Пахнет обалденно. Люблю, люблю, люблю. И буду брать дальше. На лето, правда, хочется чего-то полегче. Вот этот аромат мне больше заходит осенью, зимой. Так же, как и имбирный пряник, мой любимый, особенно под Новый год. Вот эти ароматы крайне удачные. А распылители водные, распылители безопасные, с ограничителем от деток, если что, да, вот щелчок такой, вот. Все в них устраивает, люблю, беру и буду брать всегда парочку, у меня обязательно должна быть в запасе. Из серии Дом еще, девчонки, закончился порошок универсальный, это у меня была горная свежесть. Я беру либо горную свежесть, либо альпийские луга. Нравится, нравится очень обновленная версия, раньше как-то я их не уважала, еще после того, как лайфхак по стирке нам девочка одна рассказала, да, я вам тоже его рассказала в предыдущих видео, поэтому да. Они гораздо эффективнее стали, чем были раньше, поэтому кто, девчонки, не понял, как ими стирать, я оставлю внизу в инфобоксе обязательно ссылку на видео, где рассказываю, как ими надо стирать, если они не отстирывают, если у вас очень жесткая вода и так далее, они могут не так себя проявлять, как бы нам хотелось. Я теперь поняла, как ими стирать, стираю с превеликим удовольствием и всегда тоже в запасе есть у меня один минимум. Артикул этого 323. Порошки германские, 800 грамм приравнивается к 3 килограммам обычного порошка, расход экономичный, все устраивает, здесь есть еще в составе отбеливатель, поэтому вообще замечательно. Гели для душа. Первый, который покажу, мицеллярный для чувствительной кожи из линеечки La Creme, артикул его 86-59, и знаете, да, очень понравился, понравился аромат, нежненький такой, слегка зеленый отголосок. Классный. Аромат вообще обалденный. С алоэ вера, молочными протеинами, гипоаллерген. Очень понравился этот гель для душа, хотя я раньше к ним относилась критически, потому что они плохо пенятся. Ну, если мы с вами заглянем в состав, мы поймем, почему они плохо пенятся, потому что они более-менее безопасные, да? Поэтому, да, очень понравился. Ботаника, зеленое яблоко, баланс и свежесть. Артикул его 25-78, больше не возьму, девчонки. Я ожидала зеленое сочное яблоко. А здесь... Ну, не знаю, есть какой-то, конечно, отголосок, но много очень отдушек каких-то непонятных для меня, которые мне совершенно не нравятся. Что-то такое слегка протухшее, какие-то травы. Яблоко есть отголосок, но не настолько. Вот даже в детской линейке Технокидс яблоко прямо здесь нет. Больше повторять не буду. И вот как раз детская линейка Технокидс, шампунь, бальзам 2 в 1 для детей. И вот здесь да. Вот здесь действительно да. Уже почти не пахнет яблочко, которое более-менее на яблоко похож. Артикул его 23-54, это линеечка 3+. Мне очень нравится средство из линейки Технокидс. На кошку малину у нас была аллергия, а здесь все отлично. Не скажу, что это прям два в одном, что волосы после него хорошо расчесываются. Нет, ничего такого нет, абсолютно и близко. Но, тем не менее, нормальный. Мы используем бальзамы потом после, и все нормально. Голову промывает хорошо, аллергии не вызывают. Берем, наверное, лет... с 5. Еще один гель для душа из линейки Витамания, витаминный. Я брала она за тест эту линеечку арбуз и дыни. Мне не понравилось, девчонки. Мне больше нравится из этой линейки черная смородина, манго и папайя. Вот это кайф.
Здесь есть и арбузик, и дыня, прям арбузно-дынная жвачка. Но я не очень люблю такими продуктами мыться, вот не нравится. 200 миллилитров, тут артикул 25-50. Кто любит арбуз и дыню, это прям вот чисто, вот знаете, как орбит арбуз, дыня, жвачка. Прям вот оно. Закончились два дезодоранта, много раз их вам показываю и в заказах, и в пустых баночках, с хлопком 22,43 и розовенький у нас чем? Чистота лотоса 22,42. Оба пахнут обалденно. Мне розовый даже нравится больше, он как-то и понежнее, и вообще у него прям обалденный аромат. И хлопок тоже классный. Они заявлены как дезодоранты, антиперспиранты, которые защищают, девчонки, 48 часов. На 48 часов их не хватает, на 24 мне хватает вполне ежедневно. Кто-то говорит, не нравится, потому что потом мокрые подмышки, наносишь дезодорант, ну и буквально в течение 3 минут там все высыхает, все нормально, все комфортно. Поэтому беру, они без спирта, это важно, на самом деле это важно. Дальше, девчонки, шампуни. Так, сколько у меня их тут? Один. Баланс и свежесть ботаника для склона к жирности волос. Один из любимейших моих шампуней. Но сейчас не беру ботанику, девчонки, потому что волосы убиты и нужно что-то помощнее, какая-то тяжелая артиллерия. Типа Арису, которая вот сейчас у нас появилась, типа Салон Ке, поэтому пока пользуюсь ими. А так, необыкновенный шампунь для тех, у кого волосы быстро пачкаются, быстро жирнятся корни, он действительно справляется со своей задачей, не дольше выглядят свежими. Я все равно через день мыла голову и мою ее постоянно, но они хотя бы на третий день, когда уже пора мыть голову, не выглядят такими засаленными. Он классный, действительно классный, здорово очищает. Артикул его 8738. Я уже много раз вам говорила, что шампунь мы подбираем по типу кожи головы. То есть вот у меня волосы пересушенные, убитые, но кожа головы у меня все равно как бы выделяет много себума и быстро пачкаются корни, да, несмотря на то, что волосы подсушены, убиты. Поэтому шампунь я беру для очищения кожи головы, там мицеллярный, еще какой-то вот такой вот ботаника. А бальзам, девчонки, берем питательный уже, если у вас волосы убиты, если не убиты, то какой-то легенький. И бальзам уже отступает от корней после шампуня, который хорошо очистил вашу кожу головы, привел ее в норму. Наносим питательный бальзамчик вот так вот ручками вниз, сверху вниз, сглаживая, закрывая кончики ваши убитые, и тогда уже ваши волосы будут чувствовать себя прекрасно и выглядеть гораздо лучше. Закончился кондиционер для окрашенных осветленных волос яркость цвета BioArctic. Артикул его 8625. Мне безумно нравилась эта линейка. Сейчас ее можно застать только на распродажах. По-моему, какие-то масочки остались, если в личном кабинете поискать, да, вбить вот BioArctic. Что-то еще осталось. Но прям какие-то остатки выводят линейку. Тот, кто Faberlic давно сравнивал ее с ботаникой, я не нашла ничего общего. И BioArctic мне нравится гораздо больше, чем ботаника. Обалденные кондиционеры, которые действительно кондиционируют, делают ваши волосы объемными, воздушными, послушными, без излишней пушистости. Поэтому люблю, обожаю. Вот такой кондиционер закончился. Брала на затест тоже ополаскиватель для рта Нуки. Он такой красненький, девчонки. А с чем он у нас был? Со вкусом грейпфрута, да. Это действительно грейпфрут, прям в полном понимании смысла этого слова. Прям грейпфрут настоящий, натуральный. Очень вкусно пахнет, очень приятно было пользоваться, ополаскивает хорошо, не жжет рот, как некоторые ополаскиватели, да? Классный, 97% натуральных продуктов. Но я не поняла, девчонки, насколько хорошо он защищает зубы. Вот это вот не поняла. Не знаю, буду ли повторять покупку. Артикул 24,99. Так вот вроде устраивает, но что-то мне не хватало. Вот, допустим, если взять Colgate Plax ополаскивателя, да, там я чувствую свежесть до обеда. Если я с утра прополоскала, я чувствую эту свежесть. Поэтому вот как-то слабоват, что ли, не знаю. Так, дальше. Из линейки Технокидс еще закончилась зубная паста, которую я вам тоже постоянно показываю. 3 плюс яблоко, которое тоже пахнет настоящим зеленым яблочком, хотя она красная. Артикул ее... Где ты? Куда артикул делся, девчонки? А, вот он, 23,58. Артикул пасты, они гипоаллергенные. Здесь гипоаллергенные одушки, только пищевые красители. 3+. Нравятся пасты все из линейки Технокидс. Они безумно круто очищают полости рта, зубную эмаль. Я вам уже много раз об этом говорила. Я пробовала их на себе и даже пользовалась ими какое-то время, потому что они действительно классные. После них действительно чистая эмаль, она остается чистой долго. А это важно. Так, дальше, девчонки, из линейки Weekend закончилась умывашка. Что-то у меня к ней рука не сильно тянулась, потом я про нее вспомнила и поняла, что она действительно крутая. И действительно, на вашей коже, когда вы начинаете мокрыми руками, да, распределять по лицу,
Она преобразуется в тоник, и личико потом такое сияющее, гладенькое, очень нравится. Так, артикул 0141. Почему не буду повторять в ближайшее время? Потому что сейчас использую для умывания средства, которые слегка, возможно, подсушивают или матирующие какие-то гели и пенки для умывания. Так как сейчас жарко еще пока, и моей коже именно такие продукты нужны. Вот этот бы продукт девочкам с жирной комбинированной кожей посоветовала бы на холодное время года. Я не скажу, что там она выглядит потом жирной, но это все-таки такой вот увлажняющий больше продукт. Очищающая эмульсия пахнет как классическая линейка Викенд. Обалденно. Я вообще не... Я поняла недавно, почему я люблю запах линейки Викенд. Я, девчонки, там чувствую запах скошенной травы, а для меня это вообще как наркотик просто. Когда на улице косят траву, могу стоять часами и нюхать. Вот. 0141, если я вам не сказала артикул. Косметику не смывает, девчонки. Это уже второй этап очищения. Сначала используем мицеллярку, потом на руку наносим немножко вот этого средства, распределяем по лицу и огонь. Девочкам, у кого сухая кожа нормальная, берите в любое время года, будет вам счастье. Еще из линейки La Creme закончилось вот такое миндальное мыло. Артикул 8637. Питательная, роскошная мягкость, согласна полностью. С недавних пор мыло La Creme ставлю себе на кухню, мыть ручки, ополаскивать и так далее. Потому что мыло для устранения запахов, именно кухонное от Faberlic, мне сушит руки. А вот это вот все прекрасно. Новиночку сейчас взяла с медом, девчонки, не такой аромат, мне не понравился вообще. Очень рекомендую, вот именно миндаль, на втором месте у меня кокосик. Вот их беру в последнее время на постоянной основе. Закончилась зубная паста Total Repair от Faberlic Expert Pharma, артикул 1599. Я не люблю пасты зубные Faberlic, ни одну, все перепробовала, они мне не подходят и не нравятся. После них моя эмаль быстро снова приобретает налет. А как мы оцениваем действие пасты, да? Вы должны с утра почистить зубы, и до вечера у вас на них не должен появляться налет. Только в этом случае паста вам подходит. Если он появляется раньше, в обед и так далее, это не ваша история, вам нужно брать другую пасту, брать, экспериментировать. Восстановление укрепления эмали нет, но хотя бы не так вызывало чувствительность, как другие пасты из этой серии. Я знаю, у них есть много поклонников, многие любят, но мне вот просто не подходит. Вызывают чувствительность и быстро образуется налет, поэтому эту покупку больше не повторю. У меня допользовался ей муж, я к этим пастам больше не притрагиваюсь. Закончился мой любимый бальзам для стоп гладкие пяточки, девчонки. 100 раз уже вам тоже про него вещала. Артикул 1661. Здесь 30% глицерина. Он безумно круто. Увлажняет стопы, увлажняет руки. Я использую его как ночной крем для стоп и ночной крем для рук. Это потрясающе просто, девчонки. Забыла про сухость вообще. Просто вот забыла. И девочки, которые по моему совету тоже брали это средство, писали неоднократно уже слова благодарности. Это действительно крутой крем, который спасает от сухости стоп, от сухости кутикулы. Так, осталось два продукта. Первое, Aromamania Mono Faberlic Mask. Ну, девчонки, вот аромат интересный, но я вообще с ароматами Faberlic, если честно, не дружу. Не нравятся они мне, вот... Не нравится и все. Есть парочка-троечка, которые нравятся, но я тоже их не возьму, потому что есть гораздо лучше и дешевле. А это еще с тех времен, девчонки, когда я шла по стартовой, то есть 2 года назад, они у меня стояли, рука не тянулась, я вроде кое-как их использовала как освежители для воздуха. Я иногда, когда немножко подзаканчивался водный освежитель, туда попшикаю вот эту вот штуку, разбавлю, да, так скажем. Ну вот кое-как добила, не знаю, не нравится мне. Моноароматы. Но если выбирать, вы идете по стартовой, то я советую взять маск, яблочко, сирень. Вот они классные. Сирень, настоящая классическая сирень. Яблочко тоже более-менее яблочко. Маск и еще один, девчонки, забыла, как называется. Вот они более-менее, если вот из всех выбирать. Но наносить на себя этот парфюм я бы не стала. И последний обалденный продукт – это Биомика, восстанавливающая маска сливки. Артикул ее 1251. Она классная, она действительно сливки, она очень круто питает кожу, не питает, увлажняет. У нее такая нежнейшая текстура, девчонки, и кожа после нее тон выровнен, увлажненная, упругая. Мне очень понравилась эта маска, обязательно буду, девчонки, повторять еще, и вам рекомендую, особенно обладательницам сухой кожи. Да и даже комбинированной жирной эта маска подойдет для любого типа кожи. Очень крутая. Ну вот и все, мои хорошие. Вот такие пустые баночки накопились у меня в этом месяце. Я надеюсь, что мое видео было вам интересно и полезно. Если это так, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много интересного. А я прощаюсь с вами до следующих видео. Всем пока-пока!